и времени уже обед, мы не завтракали, решили зайти в пироговую на улице Горького. Я здесь уже не первый раз, мне здесь очень нравится. Тимошка себе взяла биточек с салатиком, я себе взяла пюрешку с тефтелькой, круассанчик у нас там еще и чай. Здесь такой интерьер мне очень нравится. Цветочки стоят, елочку уже нарядили. Не очень на видео смотрится, а вживую намного интереснее. Люблю тут сидеть у окошечка именно за этим столиком. В центре, на улице Островского, перекресток с Екатерининской. И сейчас пойдем в мой любимый магазинчик. Мне заказали торт. Мне нужно купить все для тортика. Я сделала уже там онлайн-заказ. Я просто его приеду и заберу. Вернее, приду и заберу сейчас. Новостроечек сколько. Сколько всего строят, сносят, строят. В центре вообще идет стройка полным ходом. Все что-то строит, 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 столько новых красивых домов. Поворачиваем. И нам вот сюда. Все тут уже горит и все сверкает. Уже все готово к Новому году. Здесь у нас коробки для тортов, подложки для тортов любых размеров. Это для пирожных подложки. Коробочки для пирожных, упаковочки. Так, тут пошли коробочки, упаковка для тортов. Это у нас силиконовые формы для шоколада, для мармелада, для пирожных тоже. Эти палочки мы с тобой искали тогда. Домик. Ленточки различные. Так, мы, по-моему, домик хотели сделать. Шоколад всяческий.
Формы. Вообще это формы для мыла, конечно. Но можно делать шоколад, у них пирожное. Можно, я делала какое-то время мастичные фигурки разные. Трехки большого размера, зачем они такие большие? Да, это карамелизированные фрукты. Спиртометры, потом термометры для замера внутри продукта, лопаточки всякие, мне вот эти вот, это мне надо кондитерская посыпка карамельная. Смотрите, какие классные есть цветные. Топеры всяческие. Заказик забрали, теперь домой. Мне вот на улице Петропавловской очень нравятся вот эти новые дома. Построили центр, построили вот эти новые жилые комплексы. И вот этот, я не знаю, как называется этот архитектурный стиль. Дома мне эти очень нравятся. Тут, конечно, в центре сейчас такая каша-малаша. Тут одно, тут другое. Там дальше комплекс целый, называется Москва, итальянский дизайнер строит. Тоже очень все красиво. Но вот эти дома мне нравятся уже давно. Я здесь часто хожу в магазинчик свой любимый. И специально иду именно по этой улице. Не иду вниз на Ленина, не поднимаюсь наверх. Мне нравится здесь летом, очень красиво. Все в цветах, вот эти вот кустики зелененькие, их подстригают. Ну, так приятно, знаете, пройтись. Хотя по этой стороне улицы так себе видок. Вот это мне нравится. Здесь в горшках для цветов украсили, видите, в новогоднем стиле. Очень красиво. Это католическая церковь в Перми. Терраса здесь, это отдел продаж этого комплекса, который называется Москва. Летом можно выйти, попить кофейку, подписать договорчик купли-продажи. Вот новый жилой комплекс называется Москва, но это не только жилой комплекс. Здесь будет и ресторан, и фитнес-центр, трехуровневая парковка. Такой классный, классный комплекс, даже, не знаю, очень, на очень высоком уровне. Клубный дом называется, клубный дом Москва.
Вон там идет тетенька шарик. У нее такой крутой модный ярко-розовый пуховик. Но она в нем как новогодний шарик. Вот она идет и думает, я красавица. А я вот красавица, видите? Смотрю, любуюсь вот на этот вот клубный дом. Зашли с Тимошей в эту аптеку купить лекарства. Посмотрите, какой тут классный интерьер. Девочки все в форме специально. Прям заходишь и чувствуешь. Тимоша сказал, сразу видно, что здесь работают люди с опытом. Ну, это одна из первых аптек города Перми. Тут даже где-то табличка есть. Историческое такое место. А, сумасшедшие голуби. Парки. У оперного театра. Мы зашли с Тимошей в парк, их не увидели. А сейчас стоим на остановке и смотрите, думаю, где они. Вот пришла девушка, женщина пришла их покормить. А они вот оттуда, на крыше у мэрии. Под крышей у мэрии греются. Видите, посмотрите, как их много. И всегда здесь так много. А летом они как сумасшедшие носятся по парку. И прямо на каждого входящего в парк налетают. Просят еды. Наглые. Тимоша назвал это голубиный пентхаус. Все-все. Кругом вся... Ой, смотрите, как здорово. Красиво. Голуби летят стаями. Вот они так стайкой летают, садятся на крышу, на карнизы. Это наша мэрия. Смотрите, как стоит. А вот здесь их кто-нибудь обычно подкармливает у центрального входа. Очень там много, очень. Целый муравейник. Так, сейчас покажу, что я в кондитерском купила. Вот такие сливки я покупаю. Шантипак или сноупак вот этой фирмы. Как она правильно называется? Паратос. Я беру эти сливки для тортов. У меня заказ на торт. И взяла сливки мастика белая. Раньше брала турецкую. Классная, но она сейчас очень дорогая. А теперь беру топ-продукт. Белая, ванильная. Сколько у нас тут? 600 грамм, по-моему. Да, 600 грамм. Мне нужна ярко-красная. Красителями не добьешься такого ярко-красного цвета. Поэтому немножко маленький кусочек взяла. Это топ-декор фирма. Бордовую такую яркую. Мне нужно для ягодок. И взяла вот такие вот бусинки. Это съедобные. Для украшения торт будет для девочки. Такие взяла себе бусинки. Все это хозяйство мне вышло на 500 рублей. Что еще взяла? Взяла вот такую бутылочку. Это гель для душа. На подарок. Антипреспирант. Ну, это я так купила Тимушке. Тут мыло. Женские штучки всякие. Купила еще фарш атяшевый куриный. Сейчас котлетки сделаю. Вот так у нас сегодня день прошел, закончился. Тимонечка у меня немножко приболел. И мы ездили сегодня к врачу. Представляете, во всем городе найти дерматолога. Прям какая-то проблема, тем более детского дерматолога. И вообще вот в центре города только нашли совершенно случайно. Ну и что нам сказали? Нам сказали, что проблемы, возникающие у моего ребенка с кожей, на фоне сниженного иммунитета, а сниженный иммунитет у нас будет, так как нам здесь не подходит климат, и нам нужно менять климат ребенку. То есть у нас было одно заболевание, теперь другое заболевание, плюс сердце. И поднять иммунитет довольно сложно в наших климатических условиях. Вот такие пироги, девочки, у меня. И поэтому я все больше и больше, все чаще и чаще задумываюсь о том, что нам надо переезжать в другое место, в другой регион. Вот такие пироги. Что еще вам рассказать? Сейчас я вам покажу. Помните, я отщипывала росточки у Бобика, у фиалки, который сдох. И
Ой, что у меня? И, значит, вот эти два росточка мне дали корешки. Но мне два не надо, два много, кому надо, кто здесь близко, звоните, пишите, поделюсь. И вот еще один цветочек, который я хотела отсадить, он у меня уже, и тут тоже вот этот вот не дал корешки, сгнил. Здесь тоже у меня два. Один я посажу. Раз, два, три. А два могу кому-нибудь подарить. Кто хочет красивые фиалочки. В общем, чуть. Четыре цветочка у меня. Четыре листочка. Звоните, пишите. Подарю фиалочку кому-нибудь. На Новый год. Я их садить не буду. Рассаживать. Мне так много не надо. Я их просто выкину. Одна очень красивая розовая фиалочка, вторая какая-то, по-моему, не помню, какая вторая. Но точно одна из них точно розовая. Вот так. Всем пока, всем до свидания.